Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Эксперименты». Здарова, народ. Итак, ребята, сегодня у нас эксперимент с прыжком с горы, друзья. Это огромный спуск без тормозов, в конце которого нас ожидает трамплинчик. И, ребята, как вы заметили, у нас, получается, здесь есть прыжок прямо в город. И сегодня мы с Юрцом будем прыгать на рандомных тачках через всю карту Лос-Сантоса. Что получится, ребята, я не знаю, но стопудово будет интересно. Поэтому ставьте лайки, собираем 3000 лайков, выходит новенькая серия по спуску. Ну и, Юрчик, по самому началу мы с тобой делаем по одной тачке, используем именно машины из реальной жизни. Поэтому спавни. У меня Волга, это чит Волга, да? Чит Волга, отлично, хорошо. Ребята, чит Волга, отличненько, против Феррари. Кто же будет дальше, пока непонятно, но будет интересно. Поэтому, Юрчик, мы с тобой стартуем. Готов, да, там уже, надеюсь. Все, да, let's go. Поехали, поехали. Так, 300, 400, 500, неплохо. 600 идем. Слушайте, ну интересно, если кто же будет дальше, ребята, как вы думаете, кто сегодня выиграет, в комментариях пишите, но 700 с копейками у меня было, короче, я полетел. У тебя как, скажи мне? 620. Да, но я... О, я прямо на кубы, да? Будет хороший рикошет или нет? Нет, не будет. Рикошетика не будет, все, я упав, я приземлился, все хорошо. Ну, я не насильно, а дальше, но такое. Так, а ты у нас, получается, упал аж вот здесь, где-то ты был здесь, где-то здесь. Ты машину удалил, что ли, получается, да? Нет, не удалил, вот каблука. А, вот, вот стоит, да, хорошо. Отличненько, пока мы первый балл, идем дальше. Окей, ребята, второй раунд впереди, теперь я делаю 3 тачки реально, ты делаешь себе 2, блять, так это... Серьезно? Нет, ого, у тебя 2, серьезно? Так, у меня первая есть, а вторая, это же GTA-шная, по идее, да? Вторая, гелик, и третья, Audi. Итак, это мы не считаем, первый тоже не считаем. Ну, итак, что тут у меня? У меня здесь, в принципе, раз, у меня здесь 2, и здесь, короче, ребят, на самом деле, не знаю, что взять, Audi не хочу. Давайте я возьму, это у нас получается Drift Mustang, типа Monster Energy какой-то. Окей, будет интересненько, мы, ребята, готовы, и, Юрчик, короче, поехали, протестируем. Наши машинки, друзья. Надеюсь, вы уже Power поставили Wagon. Лайки. Power Wagon? Power Wagon? Не Wagon. Вагон. А, я думаю, типа мощный Wagon, что ли. На самом деле, какая тут скорость? 580. 570, интересно, может быть. Нифига. Интересно, может быть, потому что я лечу, как и ты. Но я тяжелый. Я тоже нелегкий. Я тяжелый. Ты тяжелее, да, ты тяжелее, отлично. Я чуть-чуть дальше, и все, я упав, хорошо. Короче, понимаю. Это мой второй балл, пока мне все нравится, пока я улетаю дальше. Третий раунд, делаем машины, поехали. Я делаю опять-таки себе 3, это первая. Ага, вторая не считается. Третья не считается. Так, хорошо, что-то интересненько. И BMW вы такая что, вот. Издеваетесь? Что там у тебя, Юрчик, у тебя там, X6 это, да, получается. Итак, Брахам, честно говоря, брать я не хочу. Я, скорее всего, буду брать эту машину, потому что она и быстрая. Да-да-да, ребята, я беру именно тачку из Киберпанка. К тому же, она еще и реактивная. Это может быть реально хорошо, ребят. Окей, ну, в принципе, я готов. Ты взял себе X6. В принципе, ребята, кто будет дальше, пока непонятно. Но я думаю, что будет интересно. Поэтому ставьте лайки. Юрка уже поехал, я тебя догоняю потихонечку. Итак, как там, какая скорость, скажи мне? Ну, 700. 700? Ну, так-то охрененно, да, я тебе скажу. 760. Нормально, у меня 600 с копеечками. Как бы я полетел. Это пока лучшая, как бы, тачка. Так, я пока лечу и нитру прожимаю. Прожал нитру. Я в дом прилетел. Ты в дом прилетел? А я лечу. А я лечу. А я лечу. А я лечу, лечу. И так же, как и ты, получается, только... Я чуть дальше, да? Ты чуть дальше, рикошетик у меня откинуло обратно. Да ну нафиг. Окей, хорошо. Это твой балл нас... Ой, прикольный интерьер, чудесь, я даже об этом не знал, забыл уже об этом, хорошо. Ладно, идем дальше, пока 2-1. 2-1, друзья, впереди четвертый раунд. Делаем тачки, так, Бугатти, интересности, первая и вторая. Итак, у меня получается, это что, это у нас Генезис? Фига у Генезиса скорость, чего? Серьезно? А давайте ради прикола, у него 200... Я удалил платформу. А 220 от Генезиса, я его хочу просто потестировать. Четвертый раунд, друзья, и мы, в принципе, готовы. Генезис против тебя там что, Range Rover, что ли, какой-то получается? Ты поехал, Юра, скажи да, мне? Да, все да, в порядке, Rover, да? Старенький, ёб, куда так, ты так, ну у меня интересности по машине, я пока... Да, чего? Неждан. Вообще нежданчик.
тысяча почти там что-то было, где-то там 80. Ты прикинь, на Генезис, и как бы я думал Бугатти брать, а не лоханулся. Да, я лечу. Офигеть, как я улетаю. Хорошо, однако, друзья. Я на магистраль. В басик, да, или что? Рикошетик? Нет, почти. Ну, неплохо, я упал. Это мой балл, это 3-1. Ох, я не вылетел. А ты там где у нас получается? Ты упал у нас прямо здесь. На магистрали. На магистрали, да, вот ты Юра здесь улетел? Получается. Знаешь, где я оказался? Где отель, где бассейн? Помнишь, отелька, бассейн? А, понял. Да, понял. Это очень было хорошо, ребята. Идем дальше. Окей, ребята, идем дальше. Пятый раунд, у тебя колесо, я понимаю. Такие вот, ребята, есть секретные машины. Да. Есть такие секрет-тачки, которые хорошо прыгают, поэтому за это лайк. Так, у меня первое фуфло, второе такое себе, и третье. Ай, ну идеальный выбор. Да, ребята, по скорости нигде. У тебя там демон или что это у тебя? Это... Ну, это СРТ-шка обычная. Ну, это хорошо, ребята. Я беру пыжика. Ну, в любом случае, хорошо, да. Так, ну пыжик давай, и демон. Догоняй. Ладно, поехали, посмотрим. 3-1 пока счет, пятый раунд. Ты как бы... Ты куда? Ты куда? Какая скорость? Сколько? 1100. О, ниха себе, у меня только 620, да, понимает. Ну, короче... Ну, я басик перелетаю, уверенно. Ну, ёпарас, это еще экстрабал с тобой получается. Это чё, ну, это да, у меня это уже 3-1 был еще, стал 3-2, экстрабал теперь с тобой, да, я так понимаю? А, я ух, приземлился. Так, дайте мы спрыгнем я в тачку к Юрцу. Я дом мажора, короче. Поймал рикошет. До мажора? Это где? Я пока подрубаю. Это где у нас? Рублевка. Рублевочка. Ты где? Что-то я здесь спектейт. Нифига себе. Реально это рублевка получается. Офигенно ты улетел. Хорошо. Это твой балл. Да, 3-2. Шестой раунд, и, короче... Ой, я упал здесь мордой об асфальт. Так, первое, это что такое? Это не считается, это реплейс. Первое... Ебой. И второе... Второе пока нету. Это нету. Ну, это как бы можно было второе не делать. Хорошо, это мы все удаляем. Так, я, в принципе, машину выбрал, у тебя там что, у тебя хорошая Е400, да, вроде как? Это хорошая машина, очень. Ребята, поехали посмотрим, прощекаем, у меня, по идее, СВР-ка хорошенькая, но ты пока уходишь. А теперь я ухожу. А теперь я просто, офигеть, 800, 900, 1000, 1100 с чем-то, идеальный прыжок, а ты был на рублевке, да? Тебе экстрабал на рублевочке, чуть дальше я, ребята, перелетаю в Айнвуд. Отлично! Это прям хорошо! Я прям по красоте улетаю к церквушке и дальше. Прекрасненько получается. Окей, давайте мы сейчас делаем красивый рикошет. Ну-ка. Прямо в церквушку я упал. Это 4-2 выходит. А ты где? Давайте пока мы прыгнем к Юрсу. Ты где упал? Дальше магистрали, я уже улетел. Ты улетел, дальше магистрали. 4-2, ребята, пока мой экстрабал, пока я вырываюсь вперед, это получается 7-й раунд, делаем машины и первая, вторая. У меня еще одна есть, точно я забыл. Это вот такой вот, ну, это как бы странности. Ой. И, короче, есть машины, которые можно тестировать, но... Эта машина я, конечно, потестировал, но, ребята, я рискну, возьму все-таки, получается, что... это что у нас? Это Супра, хорошо. Итак, будет интересно, поэтому, друзья, Супра против у тебя там СЛС. Окей, друзья, поехали, протестируем. Будет интересно, СЛС против Супры. Но, слушай, на самом деле у тебя так-то неплохо, да? Потому что я что-то сильно как бы не догоняю. 640. Так же. 700. Только не врезался. 150 было. Хорошо, я полетел, цепанулся чуть-чуть, но в целом я тебя перелетаю, ребят. Это 5-2 уже, пока мне нравится. Раскладики получаются неплохие, что делаем. Рикошетик хорошенький. Ну да, еще прилетели, получается, магистраль. И я в телефонную будку сбил. А ты буквально вот рядом... Да. Ты не ошибся? Я проехал под мостом, прикинь. Так, подожди, ну ты... Я ждал твою реакцию, я дальше как? Я задумал. Да, ты чуть-чуть дальше. Япон имеет, ты чё, серьезно? Это 4-3 получается? Я под мостом проехал, ты понял? Я вот здесь приземлился, я всю дорогу ехал. Охренеть, я сейчас в шоке, как бы. Я понял, что ехал. Такого как бы я не ожидал, знаете ли. Ладно, это получается 4-3. Так я тоже думаю, блин, реакцию ждал твою.
Я сейчас, да, охерел. Ладно, восьмой раунд, идем дальше, пацаны. Испания машинки. Так, первая это РСК 5, вторая у меня, может быть, хорошенькая. Вторая, что-нибудь хорошенькая, болит. Кстати говоря, вроде бы неплохо летающая, правда, врезается часто, но ее испытать, ребята, стоит. Бугатти хорошо у тебя. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Короче, Феррари против Формулы, друзья. Мы готовы, и мы, в принципе, поехали. Ребята, будет интересно. Реально, кто же будет дальше? Тебе очень крутая тачка, да у меня, в принципе, неплохая, поэтому... Но у меня летающая 100%. Да, но у меня... Я подлетел чуть-чуть. Короче, занесло меня. Какая была скорость, скажи мне? Штукарь. У меня 900 с чем-то меня занесло. Не понимал, я прыгнул тоже. У меня там пропала платформа чуть. Я... Получается, не идеально вылетел, подпрыгнул и прыгнул потом, вот так вот. Короче, неплохо я полетел, но ты чуть-чуть дальше, выходит, что упал очень, да, хорошо. 4-4, Юрец, как бы сравниваю счет, это плохо. 4-4, ребята, и, короче, делаем тачки для следующего раунда, делаю себе две, это первая и вторая, да. Так, ну, на самом деле, здесь, по скорости, здесь прям печальненько все, поэтому рискну и возьму вот этого красавца. У тебя пока ничего, так, да? Цивик первый. Цивик первый. Цивик первый. Здесь немножко багуется, да пока удалим мы эту машину отсюда. Это тоже мы пока удаляем, да, это удаляем, да. У тебя пока Цивик, и так, у тебя что там еще? Каринчик. Каринчик тоже лишний. Это все не считается. Лодка тоже не считается. Там у тебя там что? Так, это я говорю. Нет, это Penetration. Да, у тебя вторая LX и вот такая вот асфальт. Так, что берешь? LX, да, берешь, получается. LC, точнее говоря. Ну что, мы готовы. Land Cruiser 100 против у меня это корвет. Ну, давайте проверим, прочекаем, посмотрим. Да, я Стингер. Ну, по скорости, да, ты немножко быстрее меня. Но вопрос вопроса. Немножко? Ну, потому что я... Типа, летает. Да, видимо, да. И я полетел. Я полетел, кто тяжелее? Кто тяжелее? Надеюсь, что ты. Ну, я чуть выше, но... О, дом. Между домов. Между домов. Ну ты чё? Будет. Блин, я немножко, вот чуть-чуть не хватило. Ты чуть-чуть дальше, я упал около твоего прошлого, одной из прошлых машин. Так, текстурки багуются, потом пора машинки подать уже, так понимаю, потому что текстуры пропадают немножечко, у нас проблемка небольшая. Идем дальше, получается это 5-4. Юра вырывается вперед, это получается уже какой-то там 10-й раунд. Первая тачка есть и вторая. Ну это не считается, это огромная машина, которая даже не поедет стопудово. И у нас это что такое? Ну, ребята, я рискну, возьму этот масл кар, даже нитро нету, серьезно, блин, жестко. Так, что там у тебя? У тебя там, вижу, Бугатти есть. А, еще, ёпарасоте. Что по тачкам? Интересности и то, но... СРТшка точно летает, а вот Бугат. Ну, Бугатти... Так это чит. Это чит? Ну, проверить интересно было бы. Ладно. Ну, да нет. Ну, ладно, посмотрим. Маслкар или же, друзья... У тебя тоже маслкар, на самом деле, как бы. Так, если по-честному говорить. Но посмотрим. Да? Ну, маслкар? Ну, типа, да, считается, это же Крайслер. Вроде как маслкар, если не ошибаюсь. Ема, ты полетел. Ема, ты полетел. 1050. Ёпарасоте. Не, я лечу на такой себе. Прям таки такое. Минус хая. Приуныл. Я, короче, упадаю прямо. О, рикошет, рикошет и все. Короче, это 6-4, то есть как бы я был впереди. Мягкое приземление. Понимаешь, в том раунде, где ты у меня забрал просто балл, это был, мне кажется, 40-й момент, потому что сейчас просто все начинается идти не в ту сторону. А ты где покажись? А, ты ема, ты упал. Офигенно. Это, конечно, да, не экстра балл, экстра балл пока за мной, но, друзья, Юра вырывается конкретно вперед. Это нехорошо, поэтому 6-4, впереди 11-й раунд, что хорошего. Да можно мне машину какую-нибудь хорошенькую? Но это не считается все. Вот, так, первая и вторая, да, две машины есть у меня. Плюс-минус может быть. Так, вот это, так, по идее, неплохо, как я помню, Бугатти, да? Меня преследует. Вот это как бы... Так, а это не тот? Бугатти тебя? Нет, это не тот. Тебя? А, Бугатти Каповская, я понял. Ладно, рискнем, возьму... У нас даже такое Вольво есть. Да, даже такая есть, да-да-да. Шестидесятка. Ну, кстати говоря, да. На самом деле, 60-е было бы очень круто. Так, что ты берешь, что говоришь, что Бугатти, да, остальное я удаляю, хорошо. Да. Окей, Бугатти против маслкара Шевроле, да? Кипкейк? Окей, поехали, посмотрим. Но ты, блин, ты быстрый жук, а, навозник. Ну, да-да. Да я чё такой медленный, да ты чё, ну в смысле? 630. Сбросила скорость еще. Ты понимал, у меня на скорости где-то 700-800, машина в самом низу практически начинает этот... Терять, да? Отслаиваться. А, есть такое, да, отпрыгивает, то же самое. Блин, буквально, да ты че, ну буквально вот, то есть в прошлом раунде я бы балл заработал, понимаешь? Я в бомжатник заехал.
Понимать. Просто залетел, к ней ворвался. Это операция называется, да, быстрый взлом. Я понял. Типа, кто там украл стаканчик из-под колы? Бутылки на стол. Да-да-да. Так, это 7-4, ребята, получается. Ладно, идем дальше. И что там у нас, какой уже? 12-й раунд. Делаем все 15 раундов, поэтому давай. Так, первая, окей, вторая. Блин, ну, я не знаю, что из этого прыгает хорошо, на самом деле. Но я думаю, что стоит рискнуть взять, ребята, эту Бентли. Что там у тебя? Блин, а у нас один баллон нитро, да? Да. Вообще, братан, вообще его нету нитро у нас, поэтому ты же помнишь. Ну, переключение. Да, переключение. Так, ну что? Слушай, блин, знаешь, что прикол? Но. И Твинзик летает, и Ауди летает, но, блин, с двумя нитро. Ну да, вот то же самое, ну, непонятно, что летает, в том-то и прикол. Это, получается, у нас 7-4, ведь, да, это 12-й раунд, и, короче, ты взял Ауди, я взял себе Бентли, ну и поехали, прочекаем, посмотрим, ребят, разгоняемся. А давайте, я думаю, что мы сделаем не 15 раундов, поменьше, скорее всего, поэтому, ну-ка, какая? Ну, на самом деле... Догоняешь, нет? Ну, непонятно. Что-то у меня скорость ровно. 600 с копеечком. Я отлетел немножечко. Даже немножко потерялась у меня тоже. Так, ты... Что там, ты где? Я дальше. Фух, я хотя бы 10 баллов сразу зарабатываю. Это 7-5 получается. Давайте мы еще 2 раунда сделаем. Ну, итоговые 2 раунда. Да, все. Я здесь упал, прям красиво приземлился. Фига просто. Глянь, как я просто припарковался. Типа, ну... Да-да-да, видел. Это прям хорошо, да. Ребята, это 7-5 и еще 2 раунда впереди. Нужно сравнивать счет. 7-5, опять-таки, да, делаем раунд. Так, это не считается. Это какая-то странная машина. Драхнова! Первая и... Вот такая. А мне еще одна машина же, да? Еще одна у меня, да. Это не считается, не считается. И вот такой вот интересненькая тачка, на самом деле, очень. У меня, ребята, дилемма. Это мы все удаляем 100%. У меня либо драк нова, либо вот эта машина. Ладно, я рискну, возьму драк нову, просто потому что, как бы, ну, на, конечно, не самая быстрая, но это по-любому будет дальше, чем магистрали хотя бы. А у тебя, подожди, тоже типа нова, только не драк. У меня нова, да. Да, конечная. Что берешь в итоге? Я ее, наверное, и возьму, потому ну, что МДСК да, не доверяю. Давай, хорошо. Окей, будет интересно, ребята, читачка, поехали прочекаем. Так, одинаковые можно... тачки. Да, почти одинаковые, но 600, все, уже но скорость одинаковые. У меня, я подлетаю. Хотя просто дракстер у меня есть. Ну, да, понятно, я про то и говорю. 800 скорость есть? Не подлетай. Я врезался. Я прыгаю еще раз, я цепанулся. Это нормально. Да, сейчас такое, мне кажется, будет часто у этой машины происходить. Чего? Сейчас серьезно, куда полетел? Здание ФИБ, рикошет дерьмовый, и да, прямо у ФИБа чуть дальше. Ну, дракнова нелетающая тачка. Ну, это чит. Это чит, это не летающая, там быстро. Да, это кубы, понимать. Понимать, да я вижу, продар дать пока, посмотрим, где там Юра реально у нас встал. Юра встал, да. А то случилось, когда обычно нова обогнала дракнову, понимать. Последний раунд, друзья, я делаю себе две машины. Первая окей, вторая оди. Диабло, это неплохо, хорошо. У тебя бля, там бля. Точно же есть все хорошие мимо. Машины. Да и... все мимо. Порш. Порш, и еще две у тебя могут быть тачки, по идее, да, если я все правильно понимаю. Да, ты все правильно понимаешь. Ну, Альфик старенький, Альфик старенький и вертолет. Ты там где вообще? Опа. Что там у тебя? Ну, слушай, ну, интересненькая машина, просто только не цепанется ли она? Я она не доеду, низкая, наверное, она не доедет, скорее всего. Да, испытаем удачи, поехали попробуем, я, посмотрим. Знаешь, я Porsche оставлю, но ради интереса на это. Давай, давай, давай. Так, я взял Diablo, ребята, тачка, которая, по идее, быстрая, да, но быстрая. Реально быстрая, 700. Прикол в том, что, скорее всего, я бы тебя обогнал бы в прошлом раунде, будь вот ты вот в этом раунде на своей дракнове. Точнее, на обычном нове, хотя нет, не обогнал бы. Немножко хуже или что? Выпрыгнул, но скорость 650, на самом деле. А, понимать. Ну да, здесь я баллсу зарабатываю, ребята, но как бы не экстра... А, еще у меня экстра балл есть, но в сумме там вроде как у тебя на один балл больше выходит, на да. На один балл, тупо, да. Ребята, ставьте лайкусики, если такой прикольненький, угарненький ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем покедова.